Вопросы профилактики терроризма в молодежной среде обсудили в Канаше. Оружие, средства защиты, специальные машины, правоохранительные органы и силовые структуры республики продемонстрировали ребятам оборудование особого назначения. Здесь же параллельно можно было примерить на себя сразу несколько профессий – спасателя, полицейского, следователя. Сотрудники различных ведомств рассказали о своей работе, об опыте, накопленном в области антитеррористической деятельности. Канаш не случайно выбран в качестве площадки для семинара. Город Канаш сегодня крупный железнодорожный узел. Через город Канаш идут большие потоки транзитные. Поэтому это очень актуально становится. И делается для того, чтобы наши студенты, может быть, какую-то профориентацию прошли и выбрали своим путем как раз службу в силовых структурах. Особое внимание специалисты уделили интернет-безопасности. Как предотвратить атаки в интернете, помешать распространению ложной информации и что делать, если тебе пишут незнакомые люди? Нам рассказывали, что любой репост, любой пост и любая информация в интернете, которую ты, так скажем, подаешь от себя, может выступить против тебя. Когда просто это скажут, например, ну где-то на улице ты услышишь, терроризм — это плохо, это будет одно. А когда тебе наглядно покажут, какие могут быть последствия у этих действий, это уже совсем другое. Это более наглядный пример, он более будет оказывать влияние на тебя. Наградами отметили победители конкурса молодежных проектов «Мое будущее в Чувашии».